Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня сегодня не будет укулеле, потому что это новый момент в жизни. Мы продолжаем смотреть выпуски «Моменты в жизни». На этот раз у нас за сентябрь месяц. Кстати, сентябрь выдался для меня максимально плодотворным, рабочего характера был месяцок. Но если ты прям very exciting, и что же там у Дарьи такое было, садись поудобнее и погнали смотреть. Пока я нахожусь в Челнах, решила посетить свой любимый педагогический колледж. Я там училась быть учительницей. Хочу поздороваться с своими любимыми учителями. Вот реально, у меня колледж вызывает очень теплые чувства. Даже тортик взяла. Мне прям очень нравилось там учиться. Там я 4 года училась, и вот до сих пор, уже 4 года, как бы я уже не учусь там, с теплотой и с душой, и с трепетом вспоминаю эти прекраснейшие времена, года. Потому что я училась сначала на расслабоне, было кайфово. Не жалею, что я тогда пошла именно сюда. Про нашу встречу. Дай мне рассказать. Мы доходим, Маша, там не представляешь, что там яйца дракона. Она же третий раз это не говорит. И там, типа, я в шоке, прям настоящий. Да, ты представляешь? И там типа горы. Решили с девчонками встретиться, пока мы чё. Ну ты говори, пока без Саши, чтобы все сплетни собрали. Яйца и эти горы, и вид на море. Это вообще, это невероятно. Ты, конечно, там, знаете, самое первое чувство, эмоции. Я хочу писать, потому что, а там еще ветер, там люди в куртках и куртках. И люди в куртках и шапках. Просто почувствуйте этот колорит, такой интимчик магазин, мужчинки, которые выпивают, и песни из Амели. Какой там домики какие. Мы продолжаем куда-то ездить всей семьей. На этот раз мы поехали в Елабугу, в чертово городище. Никто из нас, живя в Татарстане, ни разу не был тут, в том числе и я. Поэтому для нас все впервые. Мы как настоящие туристы смотрим, и мама такая: о, а! Отец, сейчас фотографии будем делать для WhatsApp. Ну-ка, сфотографируйте меня. Да, отец. Что скажете? Красиво, обалдеть. Такой вид. А, вода ушла. А куда вода ушла? Ой. Не подходите близко, так страшно. Подходи. Ой, Олег, пожалуйста, не подходи. Что там городище? Вот это все установлено у нас. Наши гиды сегодняшние. Граница вот этой башни. Все установлено, все не оригинал. С цементом тут, о. На последней нашей встрече Юля рассказывала, что в Мурманске она видела драконьи яйца. Там яйца дракона. А в Елабуге есть собственный дракон. Зачем куда-то ездить? Это «Игры престолов», «Дом дракона» где снимали? Вот, у нас есть свои отечественные варианты. И драконьи яйца, все по России есть. Скажите мне, пожалуйста, кринж или краш? Когда я хожу куда-нибудь в рестораны, в кафе и кафетерии, мы заказываем лимонады в таком вот кумгане, там же, естественно, всякие фрукты свежие лежат. Я их ем потом. А типа смысл, что все уплочено? Но этот кумган стоит 600 рублей, я хочу возьмите все соки, просто что есть. Так что я не считаю это важно. Я не считаю это что-то зазорное, что такое. Итак, мы с отцом готовим. А как это называется штука? Подкормку? Это червики. Червиков. Потому что мы едем сейчас на рыбалку. Меня мама приодела, смотрите как. О, на улице плюс 23 на солнце. У меня еще там вот такая шерстяная штука. Мама сказала, что ничего смешного нет. Холодно от воды. Мы маму слушаемся. Главное ведро побольше взять и вообще все. Ведро побольше взять. Сегодня прям мне прет. Это уже в... Ебатушки! Ебатушки, little baby! Little baby, рыбка, little fish. А вторая рыба, между прочим, это кто сейчас? Это окунь. Отец, подними, он сейчас умрет. Был окунь. Не, давай я его спасу. Новости с полей, с пруда, скажем так. У меня уже ловилось 4 рыбы, все они мальки, little baby-ки. 2 прям полноценно, а 2 у меня сорвалось. У отца ни одной не поймалось, он немножко расстроился и пошел гулять по пруду. Прикольно, вот этот азарт. Я понимаю мужчин, детков, которые уходят и вот в какой-то надежде сидят и ждут эту рыбу. Вот какую бы ты подкормку ни делал, какие бы там ни ставил суперснасти, вот если рыбы сегодня нет, если у него выходной, то ничего, конечно, и не будет у тебя. А так прикольно ощущение. Типа, вот сейчас как поймаю. Моменты жизни. Опять куда-то я приехала с родителями. Это наш сегодня очередной уикенд вместе. На этот раз мы приехали в Нижнекамск на Красный Ключ. Там
Насколько я помню, там какой-то родник, короче, есть, и красивую набережную они сделали. Уже завтра я уезжаю обратно в Питер, и вот в Нижнекамске я лично была 4 года назад зимой с ребятами. И кто Алдовщины и кто смотрел эти старые влоги, помнят. Есть ли вообще такие люди у меня? Остались ли они? А вы живы? Тебе понравилась набережная? Ой, мне очень понравилось. Советую всем. Ревизоры рекомендуют вот эту набережную со святым ключом. По адресу Нижнекамск, не знаю где. Красный ключ. И вот я сейчас приехала с родителями, и тут много чего поменялось за это время, пока меня не было. Как будто, знаете, гуляем около санатория. И, кстати, тут даже где-то санаторий-то и есть, так что не вру вам, не лукавлю. Пришли мы, собственно, то место, ради чего приезжали, оказалось... Ожидания-то были другие. Да, матушка говорит, вода стекала вообще сверху, а сейчас только жалкий ручеечек. Сикает что-то тут. Да, чуть-чуть только. Прикольно так-то. Течет ручей, бежит ручей, и я не чай, и ты не чай. Смотри, как интересно. Ну, что-то по стенке какой-то газетист, это семья, видишь? Все, вылетаю в Питер, уже приехали в аэропорт. В аэропорт! Всегда, каждый раз в аэропорту будет такой человек, который устраивает феерию и начинает ругаться с сотрудниками, что у него перевес, что ему нужно переплачивать и предоплачивать за этот перевес. Ручную кладь, габариты же, конечно же, мне причитали, когда оформляли билеты. Потом это начинается вот это ночное рандеву. Как всегда, и на этот раз тоже. Между прочим, друзья, в этот раз меня провожает вся моя семья. Обычно провожала только мама, потом мама и брат. Сегодня еще отец включился. В следующий раз возьмем собаку с собой и кошку. И всех сексе. Бесплатно. КамАЗ. Сашуля! И бедрячина! А где Маша? Что ты на YouTube снимаешь? А у меня нет YouTube. Мне уже почти... Куда она вылезла? Уже завтра неделя будет, куда так заблокировали у меня YouTube. Но я думаю, к этому времени, пока, кстати, я это все смонтирую, может, уже будет или новый YouTube, или разблокирую старый. Какой рутуп! В коем случае такого? Хотела пошутить, приходится Машульке вот так вот сидеть. Потому что ты занял всю мисс. А Дима, между прочим, наш. То есть она сейчас сидела на стуле нормально, выпила таблетки, что-то накрыла, легла, села, непонятно, что-то. Встала резко, пила, что-то, таблетки. Взяла, села, говорит, меня выгнали. Мой диван. Твой диван? Вот она всегда говорит, у меня скоро месячный и мой диван. Все, это ее фраза. Скучала по ней. Моменты жизни. Мы с ребятами пошли в Вольчика, давно не были там. Посмотрите, какой шарм, какой вид, какой вайб. Это то, что вот эта ёлка рождественская. Ну, на самом деле, прям вот греет душу. Татарский шеф, прям, не знаю, экспорт маска. Александр удивляет. Да ладно, у него все равно это видео выйдет через 2 года. Да, правда, друзья, привет всем. Точнее, не перестает нас удивлять. Александр спек эш-пэш-маки. Золотые руки. Покажи золотые руки. Понятно, что в кадр не лезут. Машуля ему помогала. Машуля, расскажи, что ты делала. Сначала он такой говорит, почисти картошку. Так. Я такая, хорошо, почисти. Ну я же шеф-повар, у меня должна быть сделать, это помощники. Сделать почисти еще и лук. Я такая, хорошо. Нет, я про лук не говорил, ты сама его схватила. Я говорю, бери вот столько-то. Потом я нарезала лук, картошку. Поплакала. Говорит, да. Я говорю, мясо будешь там? Ладно, мясо сам резал. Потом тесто говорит... Может, я не могу раскатать, тесто раскатай. В итоге половину ты делала, да? Да. Так это ваша совместная работа. Делала, да, ну все верно. Ты знаешь, что я купил? Сейчас покажу. Специально для тебя, Даша. Что он купил? Для тебя специально. Почему для меня? Ты же любитель такой. А, ну да. Понюхай. Пряненько. Все там, все внутри. В этом роде, что ли?
Откуда она знает? Мы встречаем Юлечку. Где Бибик? Мать, иди свой, смотри. Как она вернулась? Наш татар Франкхаус. Все новенькая, свеженькая, отдохнувшая, приехала к нам. Теперь мы в полном составе Татар Фрэндхаус. Рада? Неимоверно. Но она вообще три вокзала. 260. Но она пожалеет о том, что она не купила у меня вокзал. Ростов-на-Дону стоил 260. Да. Может, кому-нибудь из вас нужен, если вдруг нужен, принимаю ставку. А сколько ты подаешь? 262. 262 ставлю. Хорошо, поднимается. Нет, денег нет. 260. Маш, ну куда ты лезешь? Подожди, не могу. Могу, давай. 2, 3, 4, 5, 6. У меня 700. У меня больше, чем у тебя. Или у... Где? Ну, как посчитать? У меня 900. Я говорю, 265. Нет. Снимай. Пипочка, ты читаешь книгу про укулеле? А потом скоро будешь мою книгу читать тогда? Пипочка, надо читать немножко по-другому книжку, кстати. Вниз посмотри, голову вниз спусти. Нет, нет, вниз. Она делает вид, что читает. И раз речь зашла про укулеле книгу, то я могу сказать с уверенностью, что она уже вышла, вы можете ее приобрести по ссылке в описании или в любом книжном магазине. Ну и также в качестве промоушена книги я буду давать мастер-классы и будет отдельно прям презентация. Всю подробную и актуальную информацию я буду оставлять в своих соцсетях, поэтому чекайте. Моменты жизни. Погоди, получается, мне нужно сказать have you. Mm-hmm. Have you been in contact with the doctor yet? Ой, да шусь, вообще. Зажгла. Может, может, как не может, что может, может. Так, мне кажется, не может. Be able to? Как это? Ой, когда же началось? Даш, is это что у нас? Глаголь. Глаголь? Да, короче, есть новый сайт, Be Real. Она фоткает типа в реальном режиме и выкладывает. Я не знала, что она фоткает и меня тоже заодно. Привет. Ай, думала, где папарацци? А для момента жизни не надо, хорошо, это жизнь. Аделина мне сейчас показывает свою коллекцию укулелек, и мне есть чему у нее поучиться, потому что у меня 8 штук, у нее там чуть ли не 10 с чем-то. Она и показывает, что откуда они все у нее взялись. Я сказала такую информацию вообще, просто да. Ахните, охните. Рассказывай. Информация. Mm-hmm. Это самая первая модель в России, вот эта вот укулеле тревел. Ее еще не продавали в России, привозили на выставку в 2019 году, и после выставки мне ее отдали, сказали, держи, молодец, играй. Мне ее отдали и сказали, мы тебе напишем, когда с ней можно будет выкладывать что-то, потому что она еще в России не продавалась. Интересно, тут даже нету пинов вот этих вот креплений. Да-да-да, крепления для ремня. Какая-то дырка. Ну, то есть сейчас на всех travel и на моей, в том числе, они есть. Сейчас на всех модели ставятся крепления для ремней. Кстати, между прочим, у меня настолько древние укулеле, сейчас Flight также ставит на, по-моему, на большинство там натуральных с деревом тоже. Везде, короче. Натуральных. У меня нету. Это раритет. У истоков стоишь. Mm-hmm. Ну, конечно же, вы помните, что самая лучшая укулелька ever travel формата — это моя укулеле. Это безоговорочно. Это первая укулеле-концерт travel формата. Подтверждаю, да. Подтверждаю. Сотрудник, да. Моя первая, first. Потом уже все. Ариана Гранде и Леди Гага. Вот моя, а укулеле стоит на вершине. Люди очень громко, потому что мы пришли на выставку музыкальных инструментов, которая приходит каждый год. В этом году Флайт не участвует, но мы пришли к друзьям, всем ребятам, с которыми постоянно нас сравнивают укулелистов. Это была лайка. Вот, пожалуйста, балалайкер. Что-то она уже там рисует. Хай, это Даня. Да. Он главный балалайкер. А я укулелистка. Я много видела, как вы играете на укулеле вот в такой позиции. Балалайщик. Но это неверно, потому что, смотрите, на балалайке очень маленький гриф. Прям вообще крохотулька. Вот такой вот. И то есть на ней действительно удобно что-то там зажимать. Что на укулеле лучше не делать. Но сейчас небольшой будет воркшоп специально для меня. И, возможно, я научусь что-то играть на балалайке внятное. И переквалифицируюсь, и тоже буду играть на балалайке. Какой-то профи попался, я не понимаю. Пока мы что-то тут делаем большой воркшоп, я подобрала небольшую мелодию. Все слушают.
видно как-то со стороны, как будто блюзовая. А так в целом прикольно. Я еле держусь. Реально, чтобы не дополнительно ничего нового себе не купить. Ох уж эта командировочка. Мы не хихикаем. А пощупала укулельки Сызрани. Хороший запал. Я прикинула, что я типа не то чтобы не местный, типа я не умею играть. Он меня не узнал. Я говорю, а как вам покажите, что играть? Он мне начал джемы фигарить. Думаю, я новичок, как я вам джемы эти зажму. Думала, В итоге он мне не показал. Как глуховато звучало. Прикольно, конечно, но не зацепило мне, короче, что-то в ней. Но сам запал о том, что в Сызрани делает. Я даже взяла визиточку. Пожалуйста. Милена Мьюзик. Как тебе назвать? Сразу видно. Простите, Милена Мьюзик. Я, типа, чтобы все видели, что мы будем. Это Лина, моя менеджерка. По совместительству подружка моя. Я на фоне Москва Свита. Он не видит меня, походу. Давай, опа! А что с мешочком? Ух ты! Да, человек, я не буду вас ничего купать. Да всегда, как обычно. Концерт спешил в мир. Выходи, ладно. Я реально с этого момента ничего. Вы что, композитор? У меня вот такой вот муд сегодня у нас. На домашнем. На домашнем. Пью чай из кружки Лизы Монеточки, она делала. Это оригинал. Это ее сестра делала. Реально. Это вот она делала. Реально, отвечает там написано внизу от Лизы. Ем печенье. Где пруфы? Пруфы! Пруфы где? Пруфы. Сколько раз ты меня уже снимала в свои моменты жизни? Угу. Не выложила. Ни разу я себя там не видел. Думаю, ладно, 40 минут. Ладно, я потрачу, чтобы на себя посмотреть. Сейчас. Хазер. Все. Сказка кончилась. Встретились с девочками, и сейчас корешки там на работе дали какую-то свечку ведьминскую, а она на деньги? Она на все, это зеленая свеча, блин, я не могу на это все, это на что? На все, на богатство, на любовь, на все. Ну, она, короче, это вообще, она связана с чакрой там какой-то важный. Дыхание матки надо будет делать? Нет, не надо. Блин, Даша, пока на паузу ставь. Все получилось, ну-ка. Слушай, как будто взяли свечку с церкви. Сфера, да? Нет, ну. Ну-ка. Пахнет. Ну-ка. Денежными потоками пахнет. Вилочка? Да, прямо это. Как это чай с рисом? Мы, короче, заказали какой-то чай с рисовый. И знаете, запах вот этих и вкус рисовых, воздушного риса. Помните такие упаковочки? Ну все, понимаешь, сейчас дома подожжешь, и потом как деньги пойдут. Фиксировать и да, настраиваться на денежный поток. Мы делаем контентик. Нет, тебе надо крышку поднять просто. Снимает медведя. Спасибо. Контент какой? Ты рада? Я еще нет.
сейчас это... Все, теперь по аирдропу всем продавай. Я с моей точной стороны снимаюсь. Моменты жизни. Давайте так, кто умеет щелкать, кто не умеет щелкать, кто не умеет щелкать. Научимся. Оставляем как бы счет на раз. Это база, это основа, чтобы вы не сбивались. Не бойтесь ошибиться, все нормально. Погнали. Давайте, смотрите, будем немножечко дирижерство вам закину. Я всегда считаю немножко подготовка, да, за так. То есть на 3-4 раз, чтобы вы... Куда раз? В какой момент? Я могу вам рассказать историю, пока, чтобы вы отдохнули. А, вы еще можете спать. Симпатичненькой. Человек с этого более чудесной шкатулкой к нам пришел. У меня такого времени нет. Вот. Это шанс. Друзья. Это мое любимое лицо. Ты что? Сейчас. По-моему, отлично. Проверь. Проверь. Пожалуйста, проверь нас. С другой стороны Алена, с другой стороны Дочь. Это моя ученица, между прочим. Вы что думали? Вот. Какой красивый получился, смотри-ка. Красота. Да, очень красивый. Итак, друзья, вот я сейчас нахожусь в Москве, в каком-то хорошем таком месте, чайхона. Заказали попить. Что вы думаете? Я отдам просто так этот бокал. Клубника. Знаете, сколько клубника сейчас стоит? Клубника бомба, честно говоря. Я поем фреш-джуси. Так что ничего кринжового нет, что все деньги уплочены. Огородница пришла сюда, да? А чё? Нормально. Сразу видно с челнов. А пчелнок, между прочим, очень... Это люди живут умные. Мы с тобой челнов. Моменты жизни. Смотрим. Амбробена. Моя. Витамин D3. Ой, я уже пивала. Можно попить. Глицин, упаковка целая. Форте Валар. Нет, я помню, что да, покупал. Я выпил то, что я покупал. Не, я помню, ты какую-то из них покупал. Я последнюю таблетку, когда мы с тобой вдвоем остались, выпил, когда витамин ты заболела. Витамин С. Вот этот витамин С покупала Даша. Тебе сказал, что ты покупал, ты такая, да? Может быть, и покупала. Может, перекись водорода. О, она мне нужна будет для растения, оставьте. Это я покупала, чтобы у нас было в общей аптечке. Если тебе нравится видео такого формата, то ставь лайк. А также пиши в комментариях, что нового у тебя произошло за это время, пока мы с тобой не виделись. Ну и напоминаю, для всех любителей моментов жизни у меня есть на канале целый плейлист, так что заглядывай и смотри. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!